понятное дело, что оказалась я на пьедестале не за счет того, что я сделала как бы свой максимум, а за счет того, что, может быть, Камила не показала тот результат, который помог бы ей остаться на первом месте. В этот момент, опять же таки повторюсь, я находилась под впечатлением, и сначала вообще никаких эмоций не было. Вот. Ну, конечно, жалко то, что Камила не попала на пьедестал. Вот. Мы с ней все это время, когда находились в Казани, когда приходили на тренировки, вместе общались, и вот тоже, ну, вообще все эти 3 дня мы очень хорошо общались с ней.